Это веник. У него есть ручка. Нажми любую клавишу. Нажми пробел на клавиатуре. Это ведро для мусора. У него есть дно и стеночки. Нажми пробел на клавиатуре. Это сахарница. На ней нарисован рисунок. Это холодильник. Внутри него холодно. Это банка. Ее закрывают крышкой. Это мочалка. Мочалкой вытирают крошки и мусор со стола. Это полотенце. Им вытирают мокрые руки. Это хлебница. У нее есть донышко, стенки и дверца. Это половник. У него большой черпачок, чтобы набирать суп. Это кухонная доска. Она ровная и гладкая. Это плита. У нее есть конфорки. Это блюдце. На него ставят чашку. Это нож. Ножом еду режут на маленькие кусочки. Это солонка. Она может разбиться. Это скалка. Она деревянная. Это мелкая тарелка. Ее моют после еды. Это графин. Он прозрачный. Это спички. Они лежат в коробочке. Это стул. У него есть спинка и сиденье. Это чашка. Из нее пьют водичку, компот или молочко. Это кран. Из него течет водичка. Это скатерть. Скатертью застилают стол, когда садятся кушать. Это термос. В нем чай не остывает. Это вилка. Вилкой накалывают еду и кладут в ротик. Это мыло. Оно горькое. Это тарелка. Из нее едят суп. Это ложка. У нее длинная.